Администрация Жаворонковского поселения запланировала ремонт КДЦ «Молодежный» на этот год. Полностью преобразится зрительный зал. В нем планируют построить профессиональную сцену. Уже закуплено новое звуковое и световое оборудование. Здание не самое новое. Мероприятие проходит постоянно, при большом количестве людей. И все это должно, хоть мы и сельское поселение, но это должно выглядеть не хуже, чем в Москве. Денег было заложено в районе 2 миллионов рублей. Вот, работы уже ведутся полным ходом. И надеюсь, что к новому учебному году мы закончим. В обновленных кабинетах и мастерских будет комфортно и интересно работать творческим коллективом. А их здесь немало. В КДЦ «Молодежном» есть такие кружки, как хореография. Все это на безвозмездной основе. Также у нас есть бальные танцы, есть знаменитый ансамбль «Капельки солнца», куда ходит около 35 человек. Ансамбль «Родные напевы» – это для старшей возрастной категории. Клуб любителей, хозяюшки, когда женщины собираются, обсуждают какие-то рецепты, делятся и, самое главное, общаются. Ремонт в самом разгаре. Подрядчик планирует завершить все работы к началу нового учебного года. Уже совсем скоро обновленный «Молодежный» распахнет свои двери для жителей сельского поселения Жаворонковское.